4 июня 2024 года примерно в 10 часов 54 минуты на перекрестке улиц Дорожная и Парковая 55-летний водитель, управляя автомобилем Ford Kuga, не обеспечила безопасность дорожного движения. По предварительным данным, выехала перекресток на желтый сигнал светофора и не уступила дорогу транспортному средству Renault Sandero. В результате дорожно-транспортного происшествия обе автомашины получили механические повреждения, и пассажир автомашины Renault Sandero, мужчина 63 лет, получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи был отпущен домой. 31 мая 2024 года в вечернее время напротив дома 33 по улице Ленина водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Лада», не обеспечил безопасность дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на велосипедиста. Велосипедист не спешился, когда переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.